Всем здорова, ребята, с вами снова игрок Roblox. Сегодня, ребята, я покажу, как сделать превью в стиле Roblox, используя только Photoshop. И я покажу, как там делать позы и так далее. Сначала мы должны зайти в Roblox Studio и нажимаем вот сюда Edit. Заходим. Так, сейчас прогрузится. Так, вот открылся, ждем, когда загрузится. Так, вот, ребята, у нас уже загрузилось. Теперь, ребята, что нам нужно сделать? Мы заходим сначала в плагины, но подождем. Заходим в плагинс и тут нажимаем на Launcher Actor. Если же у вас нету такого плагина, ребята, то мы сначала нажимаем вот сюда Models, далее нажимаем плагин. И мы пишем сюда Launcher Actor. Вот у нас высветилось. Нажимаем вот сюда. И мы пишем сюда вот свой никнейм. Я напишу свой. Так. Так, нужно маленькую букву Во. И дальше мы сделаем здесь крестик Spawn at Origin и дальше Spawn R6. Мы нельзя спаун R15. Даже один раз нажимаем и ждем, когда наш персонаж заспавнился. Вот он заспавнился. И далее мы нажимаем на него. И да, вот мы выделены его никнейм. Мы нажимаем на него правую кнопку мыши и далее Export Selection. И мы здесь делаем для него любое название. Но как, так как у меня уже есть, то я его не буду делать. Закрываю. Закрываю сам Roblox Studio. Так. Далее захожу в Photoshop. Только в Photoshop. Так, ждем, когда у нас прогрузится Photoshop. Так, вот у нас Photoshop открылся, и далее мы нажимаем на файл, создать. Сейчас откроется окно. Так, а почему оно должно... Вот открылось. Далее, ребята, мы должны сделать ширину на 1920 и высоту на 1080. Далее нажимаем создать. Вот у нас появился белый фон. Далее мы должны вот... Так, где-то вот. Который мы... сделали экспорт, мы должны вот взять такой рядом с ним объект. Далее мы берем его и перекинем его в Photoshop. И здесь единица измерения 3D мы дали выбрать обязательно пиксели. Сейчас прогрузится наш персонаж. Так, вот он появился. И, ребята, мы здесь нажимаем вот такую вот стрелку, чтобы убрать эти его параметры. Так, и вы, ребята, спросите, почему солнце падает именно сзади, а не спереди? Мы нажимаем вот сюда, на эту солнышко, и вот эту штуку перетаскиваем вот сюда, вниз. И все, ребята, солнце падает уже на вашего персонажа. И вы думаете, как же двигать его конечности. Нажимаем на всякие его ноги, руки или голову, или даже туловище, мы можем его так поворачивать и так далее.
И как же, ребята, отдалить и приблизить самого персонажа? Вы его нажимаем на эту камеру, тянем вниз, чтобы отдалить, и вверх, чтобы приблизить. Так. Далее мы, ребята, должны обязательно поставить фон. Вот берем небо и ставим вот сюда. Мы его увеличиваем во весь стол рабочий. То есть объем. Так, чтобы эти белые края не были видны. Так, и перетаскиваем его вниз. Теперь у нас персонаж уже виден на этом изображении. И как же, ребята, сделать ему вот такие всякие бегущие анимации, его движения? Мы, ребята, берем всякие его конечности. Например, я хочу, чтобы он убегал. Поворачиваю вот так. Далее. Берем. А, нет. Вот такой на красную стрелку. Так, берем и поворачиваем. Далее мы его поднимаем. И соединяем его с нашим телом. А, еще вот это. Нужно прокрутить вниз. И мы его опускаем, к нашему телу. Так, вот он соединился. А, нет, нужно еще вот так. Вот что я делал. И вот так вот, как что-то сложно. Так, вот он уже, видно, как персонаж уже тянет своей рукой. Далее мы делаем такое же с другой рукой. Так вот, ребята, вот что у меня получилось. Далее мы должны вот эти ноги, конечно же, подвинуть вот так. Далее мы его чуть-чуть назад отдвигаем и вниз. И далее вот так вот. Теперь вот у нас, ребята, получился бегущийся наш персонаж. И я этот момент вырежу, как я сделаю именно свой превью. Так, ребята, вот что у меня получилось. И теперь вы сможете как сюда вставлять всякие лица, как там позы, как у Робзи. В описании, ребята, у нас будет, я вам оставлю пак с превью, с этими лицами. Так, вот они. Вот они, как мы должны выбирать все эти. Мы его перетаскиваем в Photoshop снова. Вот они появились. Ставим на самый верх. Вот. И нажимаем на него правой кнопкой мыши, нажимаем растировать слой. Я, например, хочу выбрать вот такое вот лицо. Как его оттуда вырезать? Мы берем вот такое вот прямоугольное выделение. Выделяем все ненужные лица. Далее мы берем ластик и все эти лица стираем. Я могу даже увеличить его в размере. Так, вот я стер. Далее мы берем выделение. Отменить. Мы снова берем и выделяем все эти ненужные лица. Так, вот стер. И берем отменить выделение. Далее мы берем это вот лицо. И нажимаем Ctrl-D, чтобы его уменьшить. Так.
И вставляем его на нашего персонажа. Далее мы берем файл, сохранить как. И пишем сюда, сначала мы берем PNG и пишем сюда любое название. Ну, я не знаю, какое название, паркур. Просто напишу. Далее нажимаем сохранить. Так, окей. И что наш файл сохранится. И на все это я показал, как вам сделать, как сделать в стиле Roblox, использовать Photoshop. Если вам понравилось это видео, было полезно, за это поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, делитесь этим видео с друзьями. С вами был Мегарол, всем хорошего настроения, и всем удачи, и всем пока.